Но в чем дело? Комиссар звонит мне, уже за задницу взял. Понимаешь, это все как-то очень так смутно. Этот глухой, он не совсем уверен насчет этой женщины, а слепой слышал выстрел, но не может никого опознать. Ты их всех слишком жалеешь, ты вечно жалеешь людей. В этом вот вся загвоздка. Я сам разберусь. Так, ладно, теперь хватит валять дурака, будем говорить серьезно. Значит, ты утверждаешь, что там присутствовала женщина? Присутствовала там женщина? Я спрашиваю, присутствовала женщина? Простите, вы со мной разговариваете? Нет, с твоей жопой разговариваю. Была там женщина или не было женщины? Была или не было? Чего не было? Да, женщина присутствовала или нет? Я унюхал женщину, но я не видел женщин. А ты, умник, была там женщина или не была? Ну что мне делать? Отвезти тебя в подвал, в отдельный номер, и там тебя спрашивать? Он глухой. Вам нужно смотреть на него, чтобы он видел ваши губы. Ну хорошо, хорошо, хватит валять дурака. Была там или не была женщина? Вы серьезно? Совершенно серьезно. Был он или не был он женщиной? О чем он говорит? Он читает по губам, а вы слишком быстро говорите. Ах, твою мать. Присутствовала ли там женщина? Да. Да, там присутствовала женщина. Почему он так говорит? Потому что он... глухой, а не тупой.